Я оставил пакет пончика в облачной башне. Я могу отвезти тебя прямо к нему, сюда. Ты уверен? Я чую их, два шоколадных и один с глазурью. Мы внутри. Отличная работа, Кнут. Я тут лазю за печеньками по ночам. Кстати, говоря о печеньках... Кнут! У нас нет времени на это! Стелла права. Давайте найдем Гриффин и остальных. А можно нам поискать печеньки? Ты их получишь, когда мы вернемся в Алфею. Думаю, нужно найти другой путь. Поспешите, здесь. Давно не виделись, ребята. Гриффин! Что ты здесь делаешь? Где ты был все это время? Я был идиотом. Выбрал не ту девушку. Дарси и остальные заточили меня здесь, когда я услышал их планы. Надеюсь, что вы простите меня за то, что я был козлом. Друзьям нечего прощать, Гриффин. Все совершают ошибки. Ага. Спасибо, ребята. А что вы тут все забыли-то? Мы должны найти мисс Гриффин и ее студенток. Ну, это просто. Они вон в всех соседних камерах. Как ты сбежал из своей клетки, Гриффин? С помощью мисс Гриффин я сумел взломать замок. Кажется, им надоело уже использовать на мне магию. Они еще пожалеют об этом, Гриффин. Наконец-то. Я думал, что уже никогда не выберусь. Саладин щедро заплатит за мое спасение. Гриффин! Тебе не стоило возвращаться. Пришлось. Тут полно стражи вокруг, но я нашел помощь. Мы пришли, чтобы вытащить вас отсюда. Вам надо найти мой кристальный шар, чтобы открыть замок на двери. Он где-то в моих покоях.
рядом с главным холлом. Надо поспешить туда, пока нас не засекла стража. Будьте осторожны. Айси, Дарси и Сторми стали невероятно сильными. Не волнуйтесь, мисс Гриффин. Мы вытащим вас отсюда. Я так рада, что не била вас сильно в прошлый раз. Пожалуйста, вытащите меня отсюда. Нам нужно разделиться. Я освобожу мисс Гриффин и остальных, а вы проследите за ведьмами. Будь осторожен, Брэндон! Я с тобой, дружище. Самое время исправлять то, что я наделал. Хорошая идея. Две головы лучше, чем одна. Удачи! Возвращайтесь в Алфею, как закончите. Мы найдем другой путь. Парни помогут, мисс Гриффин. А мне нужно отыскать этих ведьм.
Теперь я остановлю ведьм. А? Я так не думаю. Прости, Блум, но для тебя нет огня дракона. Ведьмы, я верну себе огонь дракона. У тебя нет силы, ты ответственна за разрушение целого королевства. Ты должно быть самая большая неудачница в истории. В Алфее тебе будет написана целая книга. Только вот никто ее не прочитает, потому что не будет никакой Алфеи. Это неправда. Мисс Гриффин, это невероятно! Я сдержу их, пока мы не вернемся в Алфею и не перегруппируемся. Всем приготовиться уходить. Тебе тоже, Блум. Что она делает? Похоже на какую-то продвинутую магию. Я оставляю вас под домашним арестом. И если вы будете болтать, перекидываться записками или жевать жвачку, сила барьера будет лишь удваиваться. Насчет огня дракона. Он не настоящий. Это была ловушка, чтобы схватить тебя, Блум. Ты очень храбрая, но сейчас нам надо вернуться в Алфею. А там уже придумаем, как остановить этих троих. Удачи вам! Увидимся в Алфее! Прости за такую нервную поездку. Ты в порядке? Становится гораздо прохладнее. Да. Давай попробуем не думать об этом. Если будем разговаривать, это может помочь. Хорошая идея. Блин, если бы я не разбил мотоцикл, то мы бы не оказались в такой идиотской ситуации. Да, это мысль. Ты настоящий герой. Слушай, нам нужно пройти до завтра еще до черта и боли, прежде чем мы сможем вернуться в Алфею. И было бы проще, если бы мы не порвали друг другу глотки. Я волнуюсь насчет остальных. Надеюсь, что они смогут сдерживать ведьм. Ага, молюсь, чтобы мы успели. Если бы у меня был огонь дракона, я бы смогла остановить этих ведьм, чтобы они не нападали на наши школы. Это не твоя вина, Блум. Ты сделала все, что было в твоих силах. Не беспокойся обо всех остальных волфеях в Красном Фонтане. Они уж о себе позаботятся. Надеюсь, что ты прав.
Просто доверься мне, Блум. Поверить себе? Хорошо, Брэндон. Не похоже на ту ложь, что ты ранее мне плел. Я думал, что мы уже забыли об этом. Я тебе уже объяснял, почему я солгал тебе. Думал, что ты поймешь. Я никогда не врала тебе. Я даже не знала, что я со Спаркса, пока мне об этом ведьмы не сказали. Ну, извини, что подвел тебя, Блум. Вообще-то нам пора спать. У нас завтра тяжелый день. Да уж, возможно, ты прав. Доброй ночи. Спокойной ночи, Блум. Сладких снов. Становится гораздо прохладнее. Да. Давай попробуем не думать об этом. Если будем разговаривать, это может помочь. Хорошая идея. Блин, если бы я не разбил мотоцикл, то мы бы не оказались в такой идиотской ситуации. Эй, ну хватит хмуриться. А вот так? Идеально. А теперь сохрани это выражение лица до нашего возвращения, хорошо? Я волнуюсь насчет остальных. Надеюсь, что они смогут сдерживать ведьм. Ага, молюсь, чтобы мы успели. Если бы у меня был огонь дракона, я бы смогла остановить этих ведьм, чтобы они не нападали на наши школы. Это не твоя вина, Блум. Ты сделала все, что было в твоих силах. Не беспокойся обо всех остальных волфеи в Красном Фонтане. Они уж о себе позаботятся. Надеюсь, что ты прав. Просто доверься мне, Блум. Кажется, я начинаю снова тебе доверять. Я знаю, что лгал тебе о том, что я сквайр, но только из-за того, что все сразу бы относились по-другому. В Магиксе быть принцем значит иметь особое отношение. Разве это плохо? Просто хотел знать, кто мои настоящие друзья. Не подлизы, которые со мной только из-за титула. Для меня это не имеет значения. Я всегда думала, что ты отличный парень. Спасибо. Вообще-то нам пора спать. У нас завтра тяжелый день. А, наконец-то. Я думала, что ты не замолчишь. Ага, ладно. Увидимся утром. Увидимся. Становится гораздо прохладнее. Да. Давай попробуем не думать об этом. Если будем разговаривать, это может помочь. Хорошая идея. Блин, если бы я не разбил мотоцикл, то мы бы не оказались в такой идиотской ситуации. Да ладно тебе, это не так уж и сложно. Да и к тому же в дальнейшем будет проще. Ага, да, я бы, конечно, предпочел устроить турне на мотоцикле, ибо свои две у меня всегда припасены для сражений. Оу, я не против. Это даст нам больше возможностей поболтать. Я волнуюсь насчет остальных. Надеюсь, что они смогут сдерживать ведьм. Ага, молюсь, чтобы мы успели. Если бы у меня был огонь дракона, я бы смогла остановить этих ведьм, чтобы они не нападали на наши школы. Это не твоя вина, Блум. Ты сделала все, что было в твоих силах. Не беспокойся обо всех остальных волфеи в Красном Фонтане. Они уж о себе позаботятся. Надеюсь, что ты прав. Просто доверься мне, Блум. Я верю тебе, Скай. Я знаю, что ты не допустил бы того, чтобы со мной что-то случилось. Рад, что ты сказала это. Я очень волновался, когда ты узнала, что я не сквайр. Я не хотел отвергать тебя. Я поняла, что ты это сделал только из-за возможного отношения окружающих. Когда я узнала о своем прошлом, я тоже не хотела кому-то говорить. Но ты рассказала мне? Да, потому что ты был другим. Вообще-то нам пора спать. У нас завтра тяжелый день. Серьезно? Ты действительно не хочешь еще немного поговорить со мной? Ну, вообще-то хочу, Блум. Но думаю, нам стоит отдохнуть, пока мы не вернемся в Алфею. Оу, ну ладно. Когда это все закончится, у нас будет много времени, чтобы провести его вместе. Очень на это надеюсь. Озеро Кризалис. Иди к озеру Кризалис. Ты здесь, Дафна? Я готова. Готова к своей судьбе. Это похоже на какой-то сон. Сон-реальность одновременно.
Ты близка к своим силам, Блу. Продолжай искать. А? Что ты видишь? Я вижу дом своих родителей на земле. Земля была прекрасна. У тебя были родители, друзья, даже люди, которые не понимали тебя. Все это сделало тебя такой, какая ты есть. Но кто я? Девочка из земли или принцесса Спаркса? Мы состоим из нашего опыта, наших друзей, людей, которых мы любим. Все это делает нас теми, кто мы есть. Обычная девочка с земли и наследница королевской семьи Спаркса. Вот кто ты есть. Дочь Майка и Ванессы и хранительница огня дракона. Вот кто ты есть. То, что нельзя у тебя отнять. То, что внутри тебя нельзя отнять. То, что в твоем сердце никогда не забрать у тебя. Теперь, Бим, твое путешествие окончено. Ты на месте. Блум, ты вернулась. Но что с тобой? Твоя аура, как я погляжу, снова полноценна. Да, я вернула огонь дракона назад. Очень вовремя. Ведьмы начали решительное наступление. И в этот раз они точно разрушат алфею. Точно, говорят. Ты сможешь, Блум. Покажи этим феям, что может настоящая фея. Верно. Все в своих руках, Блум. Сделай это для алфеи. Когда будешь готова, я пропущу тебя через наш барьер. Будь осторожна. Блум, будь верна своим силам и идеалам. Как странно, что фея, провинившаяся в облачной башне, спасла меня из моих же подземелий. А теперь еще должна спасти весь Магис. Удачи, Блум. Мы все полагаемся на тебя. Все мои представления о феях были неверны. Будет интересно. Огонь дракона, Блум! Даже не подозревал, что вы можете быть настолько уникальной студенткой. Ага, может. Смотря на ее нарушения, уж можно было догадаться. Спасибо, если можно так сказать. Я бы хотел оказаться на твоем месте, Блум. Будь крайне осторожна и возвращайся живой. Ты последний человек, у которого мне осталось просить прощения, Роза. Ты? Прощение? Так ты должен был попросить прощения. Я думаю, он уже это сделал. А теперь целуйтесь. Целоваться? С ним? Я? Просто держи свои руки от меня подальше, Ривен. Привет, Булу. Я тут ищу кухню. Как думаешь, у них есть пончики с посыпкой? Было бы отлично. Блум, я бы хотел попросить тебя помощи. Конечно, Кнут. Чем могу помочь? Я разглядывал цветы в школе, наклонился слишком сильно и с меня упали очки. И теперь я ничего не вижу. Можешь ли ты их поискать? Без проблем, Кнут. Вот и все, Кико. Это мой последний бой. Оставайся с Флорой. Не волнуйся, Блум. Я позабочусь о нем. Лучше позаботься о себе и об этих ведьмах. Надеюсь, наших приготовлений будет достаточно. Я думаю, мы сделали все, что только можно, Тимми. Остается лишь ждать. Я смотрю, что вы снова вместе. Я могу быть очень убедительным.
Тебе повезло, что я тебя спасла, любовничек. Мы сделали все, что смогли. Судьба Магикс в твоих руках, Блум. Я не верю, что ты выходишь туда одна, Блум. Даже не представляю, что было бы со мной, очутись я на твоем месте. Удачи! Не скажу, что я согласен с таким развитием событий. Отправлю всего одну фею. Ну, даже если с огнем дракона, этого мало. Удачи! Ты идешь туда одна? Я бы хотела тебе помочь. Серьезно. Но толку-то от меня? Посмотри на это место. Тут гораздо ярче, чем в Облачной башне. Не уверена, нравится ли мне это место, но сейчас оно явно безопаснее, чем Облачная башня. Хотела бы я знать, вернемся ли мы туда, ну, хотя бы через 100 лет. Иди, покажи ей, Блум, ты сможешь. Никто не смеет угрожать Алфее. У-ху! Это то, что мне нужно. Привет, Блум. Еще раз спасибо за помощь. Спасибо тебе за костюмы. Они выглядят великолепно. Так, все еще нужно что-то крутое для вдохновения. Ты готова взять верх над этими ведьмами и спасти магическое измерение? Спасибо тебе огромное, Блум. Я уже спланировал кучу тренировок с Цецером. Вот тебе награда за его освобождение. Привет, Блум. Я тут ищу кухню. Ты нашла их? Спасибо, Блум. Привет, Блум. Хочешь попробовать сразиться с виртуальными врагами?
Неплохо, Блум, но я думаю, что ты... Привет, Блум. Наслаждаешься коллекцией картин? Ага. Ты, главное, не забывай об этом. Ты одна из немногих студентов, кто увлекается картинами. Ты на пути становления отличной феи, Блум. И вместе с этим у тебя появится больше ответственности. Продолжай работать. Ты готова взять верх над этими ведьмами и спасти магическое измерение? Атакуем все вместе! Сейчас! Ого! Ты только глянь на их вкус в одежде! Можешь представить, что бы они сделали, если бы заново обставили это место? Круто иметь огонь дракона! Это не огонь дракона! Вот это огонь дракона! Дарси и Сторми займутся твоими подругами. Ты вся моя! Я не позволю тебе уничтожить этот мир! А теперь вкуси мощь настоящего пламени дракона! Прилив пламени!
была повержена. Здорово! Привет, нужна помощь. Да? Привет, Тимми. Привет, Текна. Привет, принцесса. Привет. Смотрите, восходит солнце. Блум! Ты сделала это, Блум? Да ты рулишь! Привет! О, я так рада, что ты в порядке, Блум! Рада видеть вас снова, ребята! Блум, ты восхитительна! Это было самое крутое, что когда-либо видел! Ты должна дать мне пять!